Всем привет! С вами снова я, Витя. Сегодня я буду запускать морской аквариум. Для запуска нам потребуется аквариум, специальный светильник для морского аквариума, помпа течения, грот. Тут можно использовать специальную керамику, настоящий живой рифовый камень, либо, как у меня, композицию из белого цемента. Также для грунта нам потребуется коралловая крошка или органитовый песок. И подготовленная морская вода. Начинаем. Помпа и грот у нас установлены. Начинаем засыпать органитовый песок. Мы засыпали песок, начинаем заливать воду. Я включил. Мы налили морскую воду, включили помпу течения. А также добавили небольшой живой рифовый камень, чтобы с него морская живность заселила мой аквариум. Аквариум готов. Чуть позже можно заселить в него кораллы. Видите, морской аквариум может сделать каждый. А с вами был Витя. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.